У журналистов впервые появилась возможность напрямую пообщаться с руководителем города. Их особенно интересовала новая региональная программа ремонта подъездов. В последнее время они часто говорят, но мало точной информации. Известно, что в предварительный список вошли 46 домов. С перечнем адресов можно ознакомиться на сайте администрации. Сейчас собрание проведем, дефектные ведомости сделаем, буквально до 20 февраля срок нам поставили. Все эти протокола, дефектные ведомости, решение комиссии мы отдадим региональному оператору. Дальше они составят сметы, проведут торги. И задача поставлена до 31 августа ремонтные работы провести, закончить. При составлении списка предпочтение отдавали домам, в которых более 10 лет не проводился ремонт, а также тем многоэтажкам, что участвуют в программах капитального ремонта, современная городская среда и башкирские дворики. Это в этот год, 19-й. Также мы опубликовали предварительный список до 24 года. Он также у нас на сайте висит, все жители могут посмотреть, кто чей дом, какой год запланирован ремонт подъездов. Это предварительный, еще раз повторю, список. Он, возможно, внесение изменений туда. Будет комиссия приезжать, и ГЖИ будет визуально смотреть, действительно ли правильно включили капитальный ремонт подъездов в данный дом или нет. Запланирован не просто косметический ремонт. Подъезды полностью преобразят. В обязательном перечне работ ремонт напольного покрытия первых этажей, замена окон и коммуникаций, покраска стен, выбранный жильцами цвет. Если захотят, то установят и видеонаблюдение. Но здесь видеонаблюдение останется на балансе жителей. Дальнейшее техобслуживание, если они все-таки согласятся, будут они уже содержать и оплачивать. Все работы будут производиться за счет регионального и местного бюджетов. Финансовое участие жителей не предусматривается, заверил чиновник. Кроме того, запланирована реализация пилотного проекта по установке голограммы на пешеходных переходах по улице Дорожная. В ходе встречи было задано еще много интересных и волнующих жителей вопросов. На них мы более подробно остановимся в ближайших выпусках новостей. Марина Медвинская, Азат Давлетшин. Время новостей.